Саратовские подшипники на новом витке развития. На старейшие предприятия области пришли инвесторы, чтобы сделать производство конкурентоспособным в условиях экономического кризиса. Где будут крутиться шарики и ролики, выпущенные на Саратовском подшипниковом заводе, в нашем следующем сюжете. Продукция Саратовского подшипникового завода на выпуске. Увидеть, чем живет предприятие в период экономического кризиса и санкций, приехал губернатор Валерий Радаев. В прошлом году здесь было реализовано несколько инвестиционных проектов на сумму 950 миллионов рублей. Отремонтировали кровлю и укрепили фундамент. До введения санкций успели купить 40 американских токарных и фрезерных станков, австрийский распиловочный цех. И так необходимое для подшипников кузнечно-прессовое оборудование. Это одна, скажем так, из современнейших кузнец, которая не механическая, а гидравлическая. То есть давление происходит гидравликой, а не ударным способом. Поэтому тут так тихо. Губернатору демонстрируют работу той самой бесшумной кузницы. Все манипуляции с заготовками и ковкой выполняют роботы. В модернизации производства принимали участие больше 100 человек, в том числе 20 немецких специалистов. Один из них так переволновался из-за визита губернатора, что испытания прошли с технической заминкой. Im Moment noch nicht, weil der Block zu kalt war. В настоящий момент сейчас холодноватая заготовка была. Der Block hat sich erschrocken, als sie gekommen sind. Немного испугался. Но ничего. На заводе говорят, это новый исторический виток развития, сравнимый с запуском производства в 1941 году. На фронте саратовские подшипники были необходимы танкам и самолетам, а теперь они крутятся в пилотируемых спутниках последнего поколения. Подшипник – это движение, это вращение. Вращение – это в любой отрасли, в пищевой, в машиностроительной, в самолетостроении, везде есть вращение. Где есть вращение, есть подшипник. Везде наши подшипники присутствуют. И крутятся. Подрасти сепаратор, пожалуйста, роликовый, шариковый, маленькие, большие, разъемные. Сейчас саратовский подшипниковый выпускает до 400 наименований продукции. Ее покупают российские предприятия и страны бывшего СНГ. С 2007 года саратовский подшипниковый завод входит в Европейскую подшипниковую корпорацию. А в прошлом году часть номенклатуры перевели из Москвы на местную площадку. Первое оборудование привезли сюда в мае прошлого года. И всего за два месяца освоили 50 новых позиций подшипников. И вы сказали сегодня, даже часть вы поделились с новым предприятием, частью специалистов. Это тоже очень важно. Но самая главная задача, которую вы сегодня осуществляете государственную, вы как бы эту планку стараетесь не снижать и быть конкурентоспособным. 19 марта планируют перевести кузнечную установку на полный рабочий цикл. На заводе уверены, что это позволит значительно повысить уровень производительности труда. Юлия Шишкина, Екатерина Рысева, Александр Бачков. РЕН-ТВ, Саратов.